Всем-всем огромный привет! Не так давно я снимала ряд роликов о моих запасах уходовых средств. Получилось целых 6 серий и 1/7 как бы заключительная, где я показала, где я храню свои все запасы. И во время этой последней серии многие девочки обратили внимание, что я не показала маски для лица и сказали, что все равно покажи, ну что же ты бедные маски обидела. И мы остались без них. Но, если честно, на самом деле я их намеренно в какой-то мере не показала, потому что о масках я мало что могу сказать, а просто показать тюбики не каждому интересно. Но, тем не менее, девчонки сказали некоторые, что ты все равно покажи, это запрос, мы посмотрим тюбики. Ну, давайте я все-таки собрала, все покажу. И получается, как бы 7-я, что ли, серия всех моих мегазапасов. Маски пойдут вдогонку. В основном это маски в тюбиках от Avon, но кое-что будет от других компаний. И достаточно много масок будет тканевых из разных компаний тоже. Давайте начнем с Avon. Уж про какую буду знать, то скажу. А в целом, как я сказала, ролик будет не информативный, просто буду показывать баночки. Кому интересно, оставайтесь со мной. Кому не интересно или это, ну, как бы зазря потраченное время, то, конечно, встретимся в других роликах. От Планеты Спа экзотика Бали – это очищающая маска для лица. Могу, вот что могу, вот так показать. Она беленькая такая, достаточно густая и очень вкусно пахнет. Экстракт глюмерии или монагрос. Так, буду подальше, потому что масок будет немало. Еще одна маска от Планеты Спа. Она идет для глубокого очищения кожи с экстрактами сибирской сосны и эвкалипта. Русская баня. Она уже зелененькая такая, глиняная. Вот ее я пробовала, мне понравилось. Действительно очищает. Ну, аромат, соответственно, вот сосна, вот зеленью. Пахнет зеленью. Следующая маска от Планеты Спа тоже райское увлажнение уже идет. Маска с маслом оливы. Это приятная маска. Мне она также понравилась. Вообще почти все маски, которые я буду показывать, я буду хвалить. Но которые я знаю. Она такая жидковатая. Вот прямо гелевая. Но увлажнение дает. Увлажнение дает неплохое. Ну вот то, что сильно жидковатое, конечно, это ей не в плюс. Не очень удобно наносить. Увлажняющая маска для лица «Сокровище Бразилии». У нее оригинальный цвет, она тоже такая гелевая. Ну, видно, такая сиреневая. Ее я еще не пробовала. Аромат неплохой, приятненький такой. От Планеты Спа маски очень симпатичные. Так. Есть превосходное очищение, очищающая маска с минералами Мертвого моря она идет. Ее я не пробовала тоже. Она глиняная, прям даже сразу видно, что она глиняная, такая серенькая. Вот. Ну, многие хвалят их, поэтому думаю, что они хорошие. Так, тут на русском ни одного слова. Но все слова мы найдем сейчас вот с этой стороны. Тонизирующая, да, маска «Сияние Востока» с экстрактом белого чая. Вот. Ее я еще не пробовала, так что мы еще не тонизировались. Она, ой, где я показываю, гелевая. Я одну маску не взяла. У меня ее, кстати, две штуки даже. Это разогревающая маска от Планеты Спа. У меня одна почти закончилась, на раковине стоит, а вторая в запасах отдельно. И поэтому одну маску я, к сожалению, не взяла, потому что я ей пользовалась только вчера. Еще одна маска не без русского языка. Давайте с этой стороны тоже прочитаем. Она идет охлаждающая маска с экстрактом чего? В общем, маринги какой-то, да? Охлаждение я особого не заметила. Я ее уже тестировала, пользовалась.
Так, даже видите, я нажимаю, она еще никак не появится, потому что я ее не один раз уже использовала. Вот она тоже гелевая, такая зелененькая. Ой, простите, простите, пинка дала. Я не хотела. Охлаждения нет, но тонизирует действительно и неплохой эффект на лице. То есть она мне понравилась, но хотелось, я ее брала на лето, хотела летом вот это вот охлаждение получить. А аромат ментола, вот такой вот свежести мятный присутствует, ну ярко такой даже выраженный. Так, следующая маска. По-моему, Планета Спа у меня закончилась, ну если не считать той, которая у меня осталась на раковине. От Naturals Avon Сияние Лепестки Розы. Маска для лица. Раньше эта маска была в круглой банке. В нее входят даже частички вот этих листиков розы. Она гелевая, красная. Очень приятно пахнет розой шиповника. Кто любит, тем понравится. Кто не любит, то это яркий аромат насыщенный. Мне нравится эта маска именно с утра, потому что вечером я ее почти не вижу результата, а вот утром какая-то свежесть на лице присутствует, то есть как-то вот освежение действительно дает, но очень легкое, едва уловимое, но тем не менее. А вот я еще одну нашла от Планеты Спа, чарующая Индия. У меня было одно время просто желание скупить почти все, но я так и сделала, почти все скупила от Avon. С маслами сандал и семян куджута, укрепляющая маска для лица. Вот ее я не пробовала, она такая, ну, оранжевая, можно сказать. Вот такая маска. У меня есть еще очищающие средства несколько. Ну, одно или два от Планеты Спа. Они уже идут как кремовые с вкраплениями, с частичками очищающими. Но я их уже показывала. Дальше. Вообще масок много не бывает, я так считаю. Потому что, когда маску наносишь, она расход большой дает. И три раза в неделю, ну, если регулярно пользоваться, не лениться, а я ленюсь, но если не лениться, то уходят маски быстро. Поэтому у меня почти все понадкусанные, как я люблю. И поэтому переживать за то, что масок там срок годности, даже можете не переживать, они у меня быстро закончатся. Очень понравилась от Natura Siberica вот эта вот маска антивозрастная для всех типов она идет. Для придания упругости, интенсивная подтяжка. И входит кладония снежная, лифтинг комплекс. Ну, это не важно. Растительный эластин. Понравилась мне эта маска. Давайте я вам ее покажу. Вот она такая вот. Ну, как бы грязная такая. Светло-желтая или грязная серая какая-то такого цвета. Приятно она. После нее лицо выглядит как-то вот свеженьким таким. Конечно, не знаю, подтягивает или нет. Но вообще для меня маски это как витаминки. Понятно, что когда витамины пьешь комплексом, сначала непонятно, но через 2-3 месяца понимаешь, что витамины были. И тут также, если регулярно пользуешься маской, не пренебрегая, то понимаешь, что лицо-то в целом выглядит хорошим. Без особых проблем. Еще одну маску нашла. Алоэ и хлопок, это тоже от Naturals, увлажняющая. Но вот ее я еще не пользовалась. Она такая гелевая, жиденькая. Не пользовалась пока. Давайте сюда ее. Пришлось прерваться, я спецэффекты устроила. Ну ладно, я обрежу там хвостик и продолжим. Принесла я вот эти вот вулканы Исландии, о которых говорила, маски, которые горячие. Разогревающая маска для лица с вулканическими минералами и родниковой водой. Знаете, вот я сейчас одну сюда поставлю, покажу вам вторую. Она выглядит, ну у меня тут прям мало осталось. Вот таким вот кремом выглядит. Наносите на ладошки и вместе с водой уже по лицу. Если не пробовали, ну попробуйте, интересно. В течение минуты массируете. Но если вы хотите, чтобы маска была действительно горячей, в течение этой минуты несколько раз мочите руки. Когда вода опять соприкасается с маской, горячий эффект усиливается. Поэтому, если вам надо вот поры разогреть, раскрыть, лицо почистить, то эта маска вам в помощь. Но, как я заметила, если я после нее наношу крем, он сразу забивает поры и возникают прыщи. То есть после нее, я не знаю, мне кажется, надо чем-то охлаждающим, может быть, как-то льдом
если в холодильнике сохраняете. Ну, в общем, лицо нужно как-то сделать так, чтобы поры закрылись, чтобы их не закупорить. Ну, поэтому будьте осторожны. Покажу одну маску, которой я еще не пользовалась. Крымская роза, шоколадница, маска косметическая для нормальной жирной кожи. Покажу поближе, что тут обещает. Обещает очень много эта маска. Так, я не там показываю, но Украина прочитала, вот Россия теперь может почитать. Вот, много всего обещает. Я ее, скорее всего, ближе к лету. Она, давайте вот так покажу. Она зафольгирована, поэтому пока она у меня постоит. У меня кожа нормальная, она жирная становится у меня ближе к лету. Поэтому пока пускай подождет мне немножко. Дальше вот такая у меня маска от Yves Rocher. Она идет интенсивное увлажнение. Растительные соки, удерживающие влагу. Вот эта маска мне чем нравится. Ее не надо смывать. Ее убираешь лишнее там, через 5 минут с лица ватным тампоном. А остальное просто впитывается. И увлажнение остается на коже. И еще одна похожая маска. Это уже от Mary Kay. Маска тут ни слова нет на русском, но у меня всегда, я сохраняю вот такие вот инструкции. И давайте вот так тоже покажу. Это гелевая маска от сухой до жирной для любой кожи. И у нее то же самое. Остатки можно снять ватным тампоном, либо вообще можно оставить эту маску на всю ночь. Вот. Пробовала обе, и эту увлажняющую. Действительно, увлажнение дает хорошее. Поэтому маски эти обе понравились. Так, из тюбиков у меня осталась еще вот такая маска. Ее осталось вот прямо, ну, чуть-чуть на донышке. Это банька Агафьи. Голубая очищающая маска для лица на васильковой воде. Хорошая маска. Она мне очень понравилась. В ней 100 мл хватает на много-много раз. Ну, мне, по крайней мере, может, у меня лицо слишком мелкое. Очищает хорошо. Вот эта маска очень хорошая. Я ее покупала в Магнит Косметик и осталась довольна этой маской. Так, теперь покажу. Вот у меня две маски. Они лежат вместе с этими тюбиками, потому что там, в общем, средство. Не тканевая маска, а обе эти маски идут с кремом. Распаривающая маска овсянка. У меня такая уже была не один раз, раза два. Она не так распаривает, конечно, как Планета Спа, но небольшой теплый эффект в ней есть. То есть я пробовала. И вторая кислородная маска для лица и шеи. Увлажнение, насыщение кислородом. Вот ее я еще не пробовала от Шири. Буду с огромным удовольствием пользоваться. Тут и тут, и тут по две штучки. Также еще у меня есть две вот такие маски, тоже кремовые. Первая от Этна Ботаника, маска для лица, восстановление упругость 40+. Ее, кстати, на два раза хватает, а то можно и на три растянуть, но лучше на два. И вот такая осталась маска, пленка для лица, еще не пользовалась, от Планеты Спа, сокровища Египта. Там тоже это крем. В общем, жидкая маска, как в тубах. Так, эти все маски у меня находятся вот в таком контейнере из фикс-прайса. Они все в нем умещаются. Все, что я вам сейчас показывала, все это было в этом контейнере. Ну и также у меня две вот такие очень удобные кисточки. Одна из фикс-прайса, а вторая от... Где-то тут написано, вот, от Планеты Спа. Да. Вот. Это я вам показала. Следующее, давайте я вам покажу то, что у меня по-быстрому находятся тканевые. Не знаю, как мне показать это быстро. Наверное, знаете как. А, ну вот у меня есть еще вот такие маски, но мне они не очень понравились. Это от доктора Пьера Рико. Они тоже идут на увлажнение, их там 10 саше. Они очень-очень жирные. Их можно тоже, вот как у Mary Kay, оставлять на всю ночь. Можно там на 5 минут, на 10, на 2 часа и снимать лишнее с лица. Но они остаются как-то липковатые.
не знаю, вот с ними не смогла подружиться. Пробовала всякую. У меня еще одна была пачка открытая. Я ее использовала, это у меня вторая. Но вот не подружилась, к сожалению. Может быть, что-то не так делала. Так, маски, кстати, я смываю от фикс прайса. Вот у меня еще есть такие спонжи. Там по 3 спонжа сразу продаются упаковка в фикс прайсе. Очень удобные. Так что, кто не пользовался, возьмите, девчонки. Очень удобно. Классно. Ну и еще у меня есть вот такой контейнер. И в него я сейчас вместе с вами буду складывать маски. От Дизао. У меня еще их несколько штук. Это плацентарно-коллагеновая маска для лица и шеи. Они классные тем, что действительно и шею и там очень низко они захватывают область. И они идут подтягивающие для возрастной кожи. Очень понравилась сама маска, но мне не очень нравятся вот эти вот на втором этапе, как они, керамиды называются, они очень липкие. То есть, если эти керамиды, например, будут под глазками, и вы засмеялись, то морщинки склеются, и вам придется их вручную просто расклеивать. Очень неудобно. Дальше. От Дизао у меня есть еще вот такие маски. Они уже идут так, с орхидеей. Экспресс натуральная маска для лица, без шеи и без вот этих кератинов. Но это даже хорошо, мне эти кератины не нужны. Маска неплохая, мне понравилось, как работает. Единственное, что сама маска такая не очень форма симпатичная. Как-то она нелепо немножко на лице. Есть вот такая глина зеленая в бане, когда была, мы ее использовали все вместе. Ну не в бане, а в сауну, когда я ходила, с кем я с девочками была, все пробовали, всем понравилось. Вот, действительно зеленая глина. Маска для лица. Так, вот эту нужно будет вот к этим добавить, потому что она идет тоже, ну как, кремовая. С алоэ вера и соком петрушки огуречная, увлажняющая для всех типов. Вот такая еще масочка. Давайте ее сразу сюда. Еще одна. Это из последних, поэтому они у меня не распределены. Это мне недавно присылали девочки. Маска для лица желтковая с кунжутным маслом и пчелиным воском для всех типов, подтягивающая лифтинг эффект. Еще не пользовалась впервые. Они у меня. Так, следующие маски. Перфекта. Так, так, так. Япония. На 2 применения. Для лица и кожи вокруг глаз. Вот это хорошо, что можно сразу и кожу под глазками. Не люблю я распределять, ленюсь. Ну, судя по всему, это... Так, ага, вот, мгновенно разглаживает, устраняет признаки усталости кожи. Ну, гиалурон входит, значит, должна еще и подтягивать. Эту сюда тогда получается. Дальше от Шалин. Две маски. Одна идет увлажняющая маска уход для лица с экстрактом огурца, а это маска уход подтяжка, укрепление, восстановление. Так, эти сюда. Дальше еще. Это тоже все новенькие, только-только недавно в подарках приехали. Омолаживающая. Лика плюс мед, да? Ну, я могу ошибаться. Лифтинг эффект. Разглаживает морщины, придает коже здоровый цвет. 35+. Это 30+. Повышает упругость кожи, поддерживает нормальный гидробаланс, освежает и разглаживает. Против морщин и омолаживающая. В общем, 30+ и 35+. То есть одна посерьезнее немножко, а вторая так немножко поддерживает. Еще одна есть глина розовая. Ее в сауну возьму очередной раз. И от Шалин еще две маски есть. Это глубокое обновление, интенсивный лифтинг. Кстати, вот многие девочки крем здесь ругают. Вот я один раз использовала такой крем. Чуть-чуть совсем, и он мне понравился. Поэтому я за все это маски не могу говорить. Я еще буду тестировать. Но вот моя кожа тогда, я даже как бы его дотратила в течение недели. Поэтому не знаю. Но чаще я слышу, что этот крем ругают и говорят, что он липкий. Вот, поэтому буду я его еще тестировать. Интенсивное омоложение. Вот такая маска идет. Коррекция упругости, коррекция морщин, омолаживающий уход. Так, есть вот такая маска. Сияние кожи.
Одна у меня такая была, я ее истратила. Она идет такая вот интересная. Здесь берете таблеточку, снимаете с нее пленочку, опускаете вот в эту жидкость, таблетка набухает, эта маска тканевая пропитывается влагой, и вы уже на лицо там на какое-то время. Ну, сам процесс мне очень понравился, вот этот вот. Ну, наверное, засияло. По одной маске трудно судить. Так, и у меня есть еще, сейчас я вам уже вот так вот это отодвину и покажу еще кое-что. Есть у меня еще один контейнер, который стоит у меня уже в комнате в моей. Я вам его принесла, вот прямо как он у меня есть, так и принесла показать. Так, сейчас я вот эти вот маски поставлю. Вот так. И покажу контейнер. В нем у меня всегда стоит Monarda Plus. Это жирный крем для ног от Натоптыши. Я им почти не пользуюсь, но время от времени им пользуется мой муж. Прямо как вазелин, густой жирный вазелин. Вот. Мне он почему не нравится, даже когда хочется ножки немножко напитать. Этот вазелин, вот даже утром встанете и подскользнетесь, если вот резко с кровати. Поэтому мне не нравится. Пользуюсь сейчас чуть-чуть, осталось крем от Санте Релакс для усталых ног. Конский каштан и мята. Он такой вонючка. Ну, знаете, как вот и очень-очень тугая крышка. Ночью я прям так щелкаю, у меня даже семья, если уже там посапывали, то замирают от этого щелчка и закрывают также. Вот слышите как? И вот как я ночью ложусь, уже все спят, я их бужу обязательно. Сначала открываю, а потом закрываю. Пахнет действительно вот мятой, вот таким вот чем-то свежим. Я больше люблю релаксировать, ну так вкусненько, когда фруктово пахнет, сладко. Поэтому я его вот допользую и, наверное, такой бы уже больше не купила. И он очень-очень легкий, так, наверное, лучше сказать. Даже летом он слабоват для тех, кому нужен уход. Мне особый уход не нужен был, и то... Ну, слишком быстро впитывается. Через 15 минут можете уже с кроватки встать и даже босичком сходить, куда вам там надо. Так, давайте покажу. А, ну вот еще у меня тут что стоит. Это для ног прыскалка. Вот эта штука классная для ног. Надеюсь, вас не раздражает, что я показываю даже это. Ну, мне кажется, в разговорном жанре интересно обо всем. Вот такое вот интересное масло для ног. Вот оно, прямо классненько. Ну, я это все показывала, когда про ноги говорила. Вот. И еще два вот таких для локотков и для губ. Стоит у меня это все вот так. И сейчас мы будем сюда маски ставить, которые у меня около кровати. Первая стоит зеленый чай. А вот от этот Dermal. Маска идет только для лица, тканевая. У нее цель-то, по-моему, с коллагеном. Ну, улучшает. Цвет лица она улучшает. От Дизао у меня стоит тут еще одна. Вот эти вот патчи под глаза от Дизао. Акулий жир, плацентарная маска для глаз. Мне очень она нравится. Ее здесь столько, что 2-3 раза можно использовать саму маску. Но вот этот коллаген нет. Под глаза это вообще катастрофа. Как я сказала, попробуй засмейся, и потом будешь вручную разлепляться. От Шири марокканская органа. Вот такая маска. Она мне понравилась. Она хорошая, у меня было несколько. Так, еще одна от Дизао. Я уже не буду на ней сосредотачиваться. Вот такая вот симпатяга. Такое питание витаминами и микроалиментами. Банановая маска, ну такая симпатичная. Мне даже ее, если честно, жалко. Вот. Как картина. От Шалин. Сейчас по-быстрому покажу 3 штуки. Эту я уже показывала. Активатор красоты. Подтяжка, укрепление, восстановление. Жемчужная маска лифтинг от Шалин. И с экстрактом брусники маска уход регенерирующая. Кстати, в некоторых так много крема, а в некоторых вот прямо тут капелька-капелька, как будто его уже весь выпили и съели. Надо же.
разница большая. На некоторых экономят. Так, еще одна подглазки с акулим жиром. Классная. Вот она чем хороша. Идет маска и по верху века, и по низу. Даже вот в бок куда-то уходит. Так щедрая. Еще одна Skin Light маска лифтинг для лица с коэнзимом Q10. Одна тканевая. Она только для лица, без шеи. И у меня получается так, что если я делаю маски ванной, то делаю в тюбиках. Если я уже хочу полежать, порелаксировать в кроватке, тогда бедный муж мне прилепляет вот эти. Я не могу сама себе, они противненькие. Он тоже считает, что они очень противненькие в руках держать, но терпит, делает. Женьшеневая маска, упругость клеток 25+, коллагеновая. Тонизирует, омолаживает. Ну, тут, наверное, скорее так чуть-чуть подтягивает. От Шерри или Шерри глубокое питание, интенсивная ампульная маска. Вот такая интересная. Она тут тоже есть кремушек отдельно. Она двухфазная, две ступени. Вот такая вот. Питает и восстанавливает. У меня их 3 штуки. Это тоже недавний подарок. Ультраувлажнение, интенсивная маска. Также двухступенчатая она идет. Так, питание, увлажнение. И третий лифтинг эффект. Вот такая. Не знаю, попадаю я в кадр. Я смотрю на маски, а не в кадр. Давайте я так поскреплю немножко. И две маски вообще такие интересные. Тоже мне только-только приехали. Я не специально, как и в прошлых роликах, не говорю от кого. Потому что, девочки, я огромное вам хочу сказать спасибо, кто мне присылал посылки. Всем пользуюсь с огромным удовольствием. Так, вот эта маска мне от Тони Моли очень понравилась. Она и такая весюлечка. Когда мне присылали ее, я не показала, что за маска. Давайте посмотрим поближе. С экстрактом, видите, чего? Рисового вина. Вот такая интересная маска. Буду ее пользовать прямо вот в ближайшее время. Очень интересная. Уже у кроватки стоит. Ну и последняя маска, которую я очень-очень хочу попробовать, но пока жадничаю, хомяка не могу отнять. 3D эффект маска вот с мордочкой такой кошки. Давайте покажу, что за маска. Вот такая вот с рисунком кошка. Буду пользоваться, но в пустых баночках, конечно же, расскажу. Вот, надеюсь, со мной было интересно. Показала вам даже прикроватную свою коробочку. Сейчас в эти 2 контейнера я сложу все свои масочки, поставлю их в ванной. И так себя надразнила, что думаю, сегодня я тоже масочку-то себе какую-нибудь сделаю, потому что уже ручки зачесались сразу. Вот. Ну, спасибо всем, кто был со мной. Надеюсь, со мной было интересно. Всем до новых встреч. Ну и всем пока.